В Люберцах прошел смотр-конкурс «Юный друг полиции». Гимназия номер 24 приняла у себя 19 команд из учебных учреждений городского округа в возрасте от 12 до 15 лет. О том, как ребята справлялись с испытаниями, в сюжете нашего корреспондента. «Я готов служить народу», – раздается Степин бас. «Я пойду в огонь и в воду, отправляйте хоть сейчас». К сожалению, дядя Степа не так популярен среди сегодняшних школьников, как, например, современные супергерои. Но это, как оказалось, не повлияет на их желание стать такими же отважными и смелыми, как персонаж Сергея Михалкова. Арсению всего 15 лет, а капитаном команды «Истина» он является уже 2 года. Признается, в этом году соперники сильные, но и себе цену знает. На конкурс «Юный полицейский» пришел, чтобы проверить свои силы и подготовиться к будущей взрослой жизни. Здесь тоже команды сильные собираются, то есть с разных школ. То есть есть конкуренты, с которыми можно еще посоревноваться. Районный смотр-конкурс «Юный друг полиции» проходит в Люберцах в 7-й раз. По традиции 4 конкурса. Правовая подготовка, конкурс «Агитбригада», где участникам нужно творчески рассказать о работе полицейских, а также медицинская и строевая подготовки. Конкурсанты и мальчики, и девочки. Но друг другу не уступали ни в чем. Организаторами конкурса выступили Управление образованием городского округа Люберцы и Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое. Они же и судьи соревнований. Цель мероприятия – это повышение престижа службы полиции и, естественно, агитация молодых ребят на поступление в наши ряды. В каждом состязании будет выявлен победитель, а команда, занявшая 1-е место, получит переходящий кубок и право отстоять честь городского округа Люберцы на областном этапе соревнований. Алина Сиразетдинова, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.